Работники областной прокуратуры совместно с прокуратурой Октябрьского района и специалистами Росстандарта провели проверку бензина на ряде автозаправок города. Проверка предусматривает как определение качества бензина и дизельного топлива, так и выявление нарушений в оформлении документации. Установлено, что в документации на автозаправке, на которой мы сейчас находимся, на улице Большой, имеется ряд нарушений. Так, в накладных не прописан класс дизельного топлива, какое-то дизельное топливо. Ну, по всей вероятности, как объясняют руководство автозаправки, не пропечатано в накладных, но это следует здесь дальше проверять. Также имеется нарушение при оформлении кассовых чеков. Также неправильно указывается вид дизельного топлива и определенные данные этого топлива. Сейчас прокуратурой устанавливается, насколько серьезны данные нарушения. Работа по проверке заправочных станций будет продолжаться.